Инвестиционная компания Freedom Finance и Санкт-Петербургская биржа представляют. Иностранные акции. Правила успешных инвестиций. Правило номер 5. Пойми, зачем компания вышла на биржу. Готовясь к первичному размещению акций, IPO, компания в проспекте эмиссии указывает, на что пойдут вырученные средства. Если компания собирается вкладываться в развитие бизнеса, то есть сделать так называемый кэш-ин, то велика вероятность успешного IPO. Мы рекомендуем обращать внимание именно на такие компании. Какие компании делали кэш-ин при выходе на биржу? Starbucks, работающий в 65 странах мира, вышел на биржу в 1992 году. Компания разместила дополнительные 2 миллиона акций. Компании, основатели которых не продают свои акции в ходе IPO, обычно оказываются успешными. Инвестируйте в акции мировых компаний на Санкт-Петербургской бирже вместе с инвестиционной компанией Freedom Finance.